Собака вважається єдиною твариною, яка найбільше любить свого господаря і менше за всього любить себе, так зауважив Джош Білінг. Чи так це насправді? Ми зараз запитаємо у наших наступних гостей. І у нас на ранковому коктейлі господар розпліднику, жемчужина Сєвєра, ліцензований інструктор-дресувальник, суддя КСУ за робочими якостями, організатор змагань по їздовому спорту, керівник породи сибірські хаски у місті Дніпро Ян Штандаров разом із Оленою Штандаровою та неймовірним представником собачої родини породи хаски Хазард. Доброго вам ранку. Доброго ранку. От я ще поза ефіром не могла від нього відійти. Він просто неймовірний. Але все ж таки, як ми вже говорили з Павлом, він дуже схожий на вовка, але дуже-дуже няшний. Розкажіть, будь ласка, нам про нього, тому що я знаю, що він мультичемпіон. Да, так? Да. Розкажіть нам про нього взагалі. Ну, взагалі його історію, да, можливо, як він ставав чемпіон. Ну, значит, мальчик в семье у нас появился уже третий, это хаски. Сначала у нас было две девочки, потом мы купили еще и мальчика. Значит, привезли мы его из Польши, и характер он сразу свой продемонстрировал. Девчонки, как его не прессовали, он им не сдался, и по сей день он лидер стаи. Справный человек, так? Да, да. И буквально с детства, ему было 4 месяца, мы начали посещать выставки, и... Что пускаешь? Уже с первых выставок он себя проявил. И у него, конечно, великолепная выставочная карьера, победы. И начиналось все с экстерьерных выставок. Для того, чтобы собачку демонстрировать в наилучшей физической форме, мы, значит, занимались с ним велосипедом. То есть у нас день через день у нас были велосипедные пробежки. Значит, мы их довели сначала до 10 километров, и потом еще и больше. Когда собачки готовятся нашего питомника на крупные мероприятия, таких там чемпионат Европы, чемпионат мира, это мы доходим до 20 километров и больше пробежки идут. Ничего себе. И вы занимаетесь, и он занимается, так? Да, да. Ну, здесь... Когда вы приобретаете собаку этой породы, вы должны сразу планировать наперед какое-то количество времени. То есть, а что будет через 5 лет, а что будет через 10 лет? Сможете ли вы также интенсивно заниматься этой собакой? Тем более, когда собака молодая. Вот эта вот энергия, вот это вот движение в хаске, вот этот вот клапан, через который вот это все выходит. Как только вы клапан перекрываете, и начинаются ролики на YouTube, это разгромленная квартира, это обувь, и у каждой такой хаски есть свой список вещей, которые она уничтожила. Это обязательно в порядке. Но собачка, которая возвращается с такой прогулки, вы смотрите, настолько все гармонично. Она устала. Ей очень хорошо. Она попила водички, через часик нужно покормить, сразу нельзя кормить после большой физической нагрузки. И все, и собака отдыхает, и никаких проблем. Вы уходите на работу, и гарантированно вы придете, у вас будет целый дом и целая квартира. Но как только вы это дело прерываете, знаете, ну... Починаються проблеми. Вранці і ввечері, по скільки годин потрібно? Я зрозуміла, 20, там, ви дійшли до 20 кілометрів. А взагалі, якщо у людини такі спортивні, скільки потрібно приділити увазі на прогулянку? Значить, от, що стосується велосипеда, щоб люди не пугалися, це не потрібно робити кожен день. Це можна день через день, два через два. Тобто, ну, як по самочувствию, ми всі живі люди, у всіх роботи і так далі. А вот сама, если с учетом этих велопрогулок, значит, вам достаточно 30-40 минут, час гулять. То есть, как бы здесь больше идет социализация собаки, особенно молодой. То есть, обязательно нужно посещать те места, где молодые собачки тусят, чтобы у него было общение и с людьми, и с собаками. То есть, очень важно это социализация. Очень. А если это взимку, например, и немає тих же активних видів спорту, там, да, наприклад, на велосипеді ж нікуди не вийдеш. А взимку просто прогулянки по морозному повітрю, чи як тут краще її вимучити, назвемо це так, щоб вона відпочивала і почувала себе? Звісно, ну, самое лучше, это если у вас есть возможность где-то закрытые площадки, там, где вы можете собачку отпустить. И, как правило, единомышленники собираются в одно время, созвон, все пришли, собачек отпустили. И тут они уже сами себя выматывают. Вы стоите, пьете кофе, а у вас собака настолько активна, у вас все хорошо получается. Что касается, если активно, допустим, с велосипедом, то, ну, я с велосипедом прекращаю ездить, когда температура опускается меньше, чем минус 15 градусов, потому что уже тяжело просто дышать, потому что там где-то нужно педали, ну, просто только лишь из-за этого. А у них, наоборот, они только просыпаются, вот минус 21, я на нартах когда еду, они бегут, они не чувствуют
собственный вес, они не чувствуют мой вес, нарт, они просто бегут, улыбка и вот такая вот снежная борода, интенсивное дыхание, вот эта грудь, вот это все иней и море счастья. Тобто вони ж є фактично північною породою, да? Да. Правильно? Да. Тоді, добре, взимку комфортно, а що влітку? Ну, лето надо пережить. Здесь получается, утренняя и вечерняя прогулка, мы ее сокращаем, потому что воздействие температуры, вот утром просыпаешься, 28 градусов. Ну, да. Это уже для них запредельно. Значит, здесь все по минимуму. Здесь все по минимуму. Санитарные вещи сделали, на улицу вышли, и все это как-то просто надо пережить. Под кондиционеры легли, и собачки отдыхают. Он же не один, это семья у нас Хосея. Вот они вот так вот, как кондиционер дует, вот так вот они ложатся, и все. То главный, ты перший, так, а потом все останется. И плюс, где кафель, конечно, они удовольствие получают на холодненько лег. Вот они на все протяжении своей жизни, они вот подчеркивают, мы северные, мы ездовые, постоянно. Вот открывается дверь подъезда, и собака увидела первый снег. Вот здесь уже все. Вот тут ее это и накрыло. И вы понимаете, какая порода и кому она относится. Это и купание в снегу и так далее. А если еще есть возможность физической нагрузки, ну, здесь он себя покажет великолепно. Расскажите, вы еще говорили за ездовый спорт. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Чи приймає участь хазарт у ньому? И где вони взагалі відбуваються у нас на Украине? Чи десь... Значит, то, что касается у нас на Украине, конкретно в нашей области. Значит, вот у нас сформировалась команда наша, Днепродрогтрофи. Это мы, это единомышленники, хосятники. Ну, в принципе, здесь все активные породы собак участвуют в этом мероприятии. Ну, вот у нас сформировался такой коллектив. Мы проводим соревнования два раза в год. Это у нас ранняя весна и поздняя осень. Вот мы в апреле провели гонку, мы проводим сейчас Саричанки. Великолепное живописное место на берегу Арели. Старт идет, получается, вы выезжаете в степь, заезжаете в лес и степь и возвращаетесь уже в лесу. Грунтовые великолепные дорожки на берегу реки. Все приезжают, это семейный вид спорта, все приезжают с семьями, с детками. Для деток у нас отдельно идут детские старты. Там нужно, ребеночек одевается пояс, он с собачкой бежит. Если ребенок маленький, еще родители его сопровождают. Всем кубки, всем призы. То есть это ровно полгода позитива, хоть ровно до следующих соревнований. А это только володарі хаски, чи могут просто глядачі приехать и подивитись? Нет, это конечно, это же открытое мероприятие. Мы всегда приглашаем и телевидение, чтобы максимально, ну, как бы мы популяризируем не только породу собак, и сам этот вид, вид спорта, конечно. Это не дуже цікаво. А взагалі, розкажіть, будь ласка, чому, як саме так сталося, що ви почали займатися саме хаски розведенням? Розкажіть, ну, таку цікаву, можливо, історію. Ну, здесь получается, ну, каждый человек к чему-то приходит. Вот, как бы, вот, ну, я вот пришел, у нас, как бы, в семье собаки 73-го года. То есть, как бы, у нас семья собачников по определению. Ну, вот такой получился период, что собачки как бы не было в тот момент, а вот очень хотелось. И когда начали выбирать, ну, вот выбор пал у нас на нашу первенницу, это Веста. Мы привезли ее с Москвы. Тогда еще в Украине поголовья фактически не было. И то есть, как бы, вот как сейчас в Украине, даже у нас в городе, просто захотел приобрести, и ты приобрел. Тогда такой возможности не было. Нам пришлось тогда ехать приобретать в Москву. И вот с появлением первой собаки, по прошествию полугода, мы понимаем, что как-то одной как-то уже вроде маловато. И маловато. И вот у хосятников есть такое понятие, как хомячковая болезнь, и получается, берешь третью собаку, ну уже коль есть три, ну а что ж нам четыре, это же ну, точно ж нам не помешает, а как бы нам упряжку сформировать? Це скільки, 6 чи 8 потрібно на упряжку? Ну, я їжу на шестерки, 6 собачок запрягаю. Ще вам потрібно працювати, так, ще декілька. І, ну, а тут же ще ж такий момент, що от дівчатки ж там в силу обстоятельств там не завжди готові приймати участь, значить їх навіть трошки більше. І от так от упряжку нужно ще ж навіть сформувати. Переставити собаку містами – це вже не упряжка. Тобто нужно сформуватися 2 собачки, 4 собачки, вони всі повинні сформувати упряжку. Впереди ставлю двух мальчишек. Вот это Хазар, тот самый старший. Вот, по-моему, не скажешь, но вот этому мальчику 22 числа ему будет 8 лет. Он уже входит в класс ветеранов. Но он любому молодому еще форы даст. Да, я думаю, что я молодой совсем. Да, и вот когда мальчишки бегут впереди, вот я руковожу не упряжкой, я руковожу именно ими. Я даю, называю кличку собаки, и какой мы сейчас будем осуществлять маневр. Или это поворот право, или это поворот лево. Стой, или, значит, старт идет вперед. А слушают они, вот когда упряжка бежит,
вы понимаете, на каком расстоянии от меня, и плюс азарт, и плюс еще ж это лес или это степь. У меня ни помощников нет, ничего. Я только управляю голосом. И они бегут, они ушки разворачивают на меня и ждут команды. Чувствуют какое-то препятствие, где-то что-то, значит, сейчас будет какое-то изменение. Одновременно все ушки разворачивают и ждут, что сейчас произойдет. Право, и вся упряжка ушла вправо. Олено, запитання до вас про особливості догляду за цими собаками. Чи складно, чи не складно? Можливо, якісь там секрети по годуванню, по доглядам за зовнішнім виглядом? Наприклад, щоб собака була виставковою, щоб собака себе почувала гарно. Секрет есть у каждой породы, это индивидуально. Плюс как бы у каждого мальчика, у каждой девочки тоже есть свои маленькие секреты. В плане, что они любят, что они не любят. Чесь вкусненько, солоденько есть, потому что я делюсь, чего ему инколы дают. Да, это специальное лакомство для собак, для того, чтобы он не сильно переживал новой, как говорится, при новой обстановке. Уход, в принципе, это первый раз бывает страшно, да, достаточно тяжело понять, что делать, как не сделать ошибку, то есть это как маленький ребенок, вот, по крайней мере, страхи приблизительно такие, то есть ты читаешь много информации, общаешься с другими хосятниками, с кинологами, собираешь эту информацию и, соответственно, для себя уже выстраиваешь определенную какую-то линейку по кормлению, по физической нагрузке, по купанию, какая косметика лучше, потому что, скажем, у этого мальчишки косметика лучше, чем у меня. Ничего себе. Да, чтобы от собачки там хорошо пахло, чтобы стояла красивая шерсть, чтобы не прилипала грязь, чтобы после каждой прогулочки не вымывать очень тщательно щеткой лапы. То есть это все зависит от качества, скажем, шампуньки. И... А как часто их потребно купать? В зависимости от того, как часто вы бываете на природе, там, где есть лужи. Потому что хаски очень любят лужи. Это очень достаточно такой... Это темперамент кошки, но при этом вечного щенка. То есть это очень активная собака, ей надо все... Она очень любопытная, очень. Ей надо все посмотреть, все попробовать, побегать. Вот они очень легко и надолго входят в кураж. То есть вот это вот именно побегать, да, поэтому, в принципе, в основном как бы купать где-то раз в два месяца, плюс-минус, в зависимости исключительно от того, был ли дождь, была ли грязь, и насколько собака просто-напросто грязная. А полюбляє купатися він взагалі? Як реагує на той момент, коли саме відбувається ось цей процес? Чи може він гратися в цей момент, чи може він забризкувати все, що знаходиться навколо? Як він ось поводить себе під час саме купання? Ну, это, опять же, таки зависит от возраста и темперамента собачки, как владелец собачку приучил. Скажем, наши собачки все абсолютно приучены, они самостоятельно по команде запрыгивают в ванну, и из ванны, соответственно, также выпрыгивают. Вплоть до того, что запрыгивают сами на грумерский стол и ждут, когда их начнут сушить, чесать, подстригать при необходимости когти, если, скажем, эта собачка маленькая, скажем, зимолет, и когти во время прогулки не стачивают. То есть они достаточно терпеливые, то есть как бы после каждой такой процедуры желательно, конечно, собачку поощрить, потому что, скажем, бывает необходимо почистить ушки, либо подрезать когти, понятное дело, что собачкам бывает это не нравится. Мені хотілося ще раз детально дізнатися про титули хазарта. Що він має, де був, де їздив, що бачив і що вам вдалося таке найфеєричніше привезти саме з різнопланових змагань? Ну, у нього 27 сертифікатів чемпіонських, іменно оформлених різних стран. Просто деякі дублюються, допустим, от він чемпіон України, але він дважды чемпіон, він ще й грант чемпіон України. Это такие страны, допустим, как Украина, Россия, Белоруссия, Молдавия, Грузия, Македония, Черногория, Болгария. Потом у него титул балканских стран, чемпион балканских стран. То есть, как бы, это все суммарно. Ну, это что касается именно экстерьерных выставок. Потом, здесь он еще проявил себя как именно как племенной кабир. То есть его дети тоже выставляются. И вот бывает, выставки же проходятся на выходных, и вот субботу-воскресенье начинают приходить смс-ки. Вот где его благодарные, значит, детки, а вот там, а мы это смогли, мы этого достигли. То есть как бы эта работа не закончена на его этих чемпионствах. И плюс вот 3 ноября у нас будет гонка в Сарещанке, он опять будет участвовать в ездовом спорте. Ну, а у нас всего несколько таких упряжек, вот шестерок на Украину. Вот в Днепропетровске вообще у нас одна такая упряжка. А приезжают из разных областей, да? Да, у нас география широкая. Ну,
Это получается у нас Днепропетровск, потом Харьков, Киев. Угу. Приезжают нам еще с Херсона, Кривой Рог говорил. Кривой Рог. Угу. Ну, это как бы ну, крупные такие города. А и плюс еще, ну, у нас тут в Днепропетровске вот именно как бы вот и моя семья, и наша команда, именно у нас популяризация заключается в чем? Не сидите на диване. Угу. Просто подымайтесь. Вы купили такую собачку для чего? Значит, вам, ну, это ошибка была в приобретении. Но если вы уже купил хаски, нужно соответствовать. Все, угу. Пожалуйста, занимайтесь. И еще такое предостережение. Никогда не покупайте хаски в подарок. Что это означает? Это человек, которому дарится собака, он должен быть к этому готов, он должен к этому прийти. А вы, получается, дали человеку нагрузку на 10? Да, его... И что ему потом с этим делать? Это решение проблем, а не всех... К сожалению, можуть це рішення знайти. Це дуже активна собака, ми так зрозуміли по нашій бесіді, і їй потрібно приділяти неабияку частину свого часу. Звісно, звісно. Ну, я вам скажу, це ще консолідує сім'ю. Многі сім'ї настільки об'єднуються в цьому, тому що це ж і совместні, і совместне посещення і виставок, і соревнування, і плюс ще ж загородні прогулки. А совместно, у нас, коли ми виїжджаємо, у нас там порядка 50 чоловік з'їжджаються з собаками. Велосипеди, парка не вистачає, велосипеди розставити, у нас костер горить, у нас плов робиться, розумієте? Тобто відпочинок от на такому от рівні. 3-4 години на свіжому повітрі, діти бігають, сміються. Ну що ще потрібно чоловіку? А є у вас якась така цікава історія, яка відбувалася з вашими улюбленцями, можливо? Ну, много. Дуже багато. Много, да, много всего. Ну, от що касається от іменно, ну, що касається іменно мальчишек-дівчонок наших, ну, от... Существует мнение, хаски не охраняют. Да, они действительно не охраняют. Они не могут. У них агрессия заблокирована. Не может он человека не может укусить. Вот наша собачка играла в снегу старшая и разрезала себе заднюю лапку. Мы пришли домой, прям вот видно, косточки белые видно. Ну, нужно ехать зашиваться. Мы поехали зашиваться в клинику. Ведь уже ночь фактически. Ветврач говорит, я ее шить не буду, потому что оденьте собаке намордник. Она меня обязательно укусит. Я говорю, намордник мы одевать не станем, ну просто вы посмотрите реакцию собаки. И она шьет ей лапу, а она в это время и руку лижет. Вот это реакция вот настоящей хаски. Вот это да. Дякуємо вам за цікаву розмову, дякуємо за те, що привели і познайомили нас із цим красеним та із іншими, про яких ми сьогодні багато цікавого насправді дізналися і переконалися, що хаски такі рулять. Ми це знали, але ми в цьому ще раз переконалися. Нагадуємо, що у нас були господарі розпліднику Ян Штандаров та разом з ним вірним представником Оленою Штандаровою та з представником собачої породи хаски. Хазар, дуже вам дякуємо.